Всем скажи привет, привет. Сядь. Привет, привет! С вами на канале Ники. Тише. Что, ты не голодная? Тише. Йогурт, не хочешь йогурт, что ли? А, девочка. Сладкая моя. Держи салфетку. Скажи всем-всем-всем большой привет. Не забывайте ставить лайк и подписаться, кто первый раз у нас на канале. Вот такая вот я красивая девочка. Баловница, непослушная становлюсь, да? Телефон ей нужен срочно, она хочет сама снимать. Скоро, когда подрастешь, да, будешь сама снимать себя сколько хочешь. Мы тебе вот канал сейчас открыли. Ждем, когда ты подрастешь. Как подрастешь, пожалуйста, сама снимай. Разговаривай с своими подписчиками. Да, капнула. Ты куда капнула? Не кушай. Капнула на кофточку. Посмотри, какая кофточка красивая была. Пока ты ее не замарала. Ротик вытирай так. Вот, молодец, вытирай ротик. Какой вкусный йогурт. Так, будешь творожок? Мама там готовила тебе творожок. Давай сейчас йогурчик поедим. И будешь кушать творожок. Договорились? Вот, молодец. Не кушай. Ники, сиди здесь. Кто это там? Тихо. Пчелушка. Где пчелка летала? Где пчелка летала? Пчелка, пчелка, жу-жу-жу. Как не кушай, я на месте не сижу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я пойду и попляшу. Правда? Какая ты красивая. Твоя машина, ты смешишь. Я утопилась из тоски, когда бы чуть-чуть на нее была похожа. Не хочешь? А будешь творожок, творожок. Ручками никто не разрешал ковыряться. Творожок. Вот сам не грамм, другим не дам. Да? А изюм? Изюм. Помытый. Ты что, ручками бери. Ой, какая вкуснятина. Правда? Нельзя меня трогать. Типа, смотри, какая ты красивая. Вау! Скажи, вот видите, няня руку поднимает, она не шугается. Кто-то писал там, что я ее забила, убила тебя. Пишут, что я тебя убиваю тут за кадрами. Расскажи все им, расскажи, убивают тебя. Палками бьют по жопе, вот так бьют тебя, да? За непослушание, вот так по жопе, а та-та делаем тебе. Скажи, мама нет, папа нет, а няня иногда так вот по зюбе вот так вот разворачивает, зюбу вот так вот, вот такую зюбу, вот так вот, а та-та делает, когда она не слушает. Тут правду говорю. Сикатушка. Да. Вот такой к ему послушный, красивые носики. Все как у детей, скажи, воспитание идет полностью. Вот. Красавица. Ты покушала, красавица? Точно не будешь больше йогурт? Наелась? Наелась она, накушалась. Кузя, Кузя, больно. Так, это не тебе, это вот для вот этой штучки. Я знаю, ты вот это хочешь.
хватает нации, нации. Отдай моя. Дай укушу. Иди. Дай чуть-чуть укусить. Дай, пожалуйста. Самой надо. Иди. Мне не дает она. Это твоя, это моя? Мы делили апельсин, много нас, а он один. Вот она, это только для вот этой вот. Никуша, скажи, как мы тебя любим, расскажи им всем. Твоим любимым подписчикам, как мы тебя любим. Какая ты, я дарил тебе цветы. Нось вот этот нос, вот этот бархатный, вообще вы не представляете, какой он мягкий, все, отпустите меня. Нельзя, кто разрешал тебе снимать, кто это разрешал, нет, ладно, давай пошли Луну кормить, так, машин, пока, сейчас увидимся, через сколько там, да, может, завтра, может, сегодня еще что-нибудь снимем, скинем, да? Все говори, пока, мои подписчики. Дай пятюню, да? Давай. Скажи вам. Даже всем привет. А вот и я. Скажи, вот и я. Давай мы такие Никушки. Так. Ой, какая вкусняшка. Правда? Будешь? Луночка у нас кашку кушает, Никуша кашку не кушает. Бананом. Да, бананом. Вот какая вкусная. Мы просто очень медленно кушаем. Правда? Какая ты красивая, Луночка, Луняшечка, красавица такая. Нет, я не ем твою кашу, нет. Ты поди будешь творожок кушать. Никуша отказалась, просто до этого они уже завтракали творожком с грушей. Да, расскажи, правду говорю я. Ой, как вкусненько. Луна, ты красавица, какая красивая девушка, такая девочка-малиська. Девчулька. Какие у тебя красивые ручечки. О, какая вкусная, скажи, кашка, да? Какие у тебя пальчики, дай ручку посмотрим, ручку, какая у нас ручечка красивая. Вот такая вот, посмотрите, какая ручка у нас. Дай поцелуй, нет, не дашь? Пошла, что посмотрим. Молодец. Сама она умеет ложку уже держать, правда? Девочка, потому что уже взрослая. Да, большая, самостоятельная, да, скажи, сам себя не покормишь, никто не покормит, правда же, Луночка, вот еще тут, молодец, давай еще наберем, жует хорошо, ой, молодчинка она какая вообще, девчонка.
Умничка, умничка. Банан очень вкусный, правда? Я вот так думаю. А манго, будешь манго? Тут манго кусочками, смотри. Не веришь? Вот смотри. Видишь кусочек манго? Да. Хочешь? Манго не хочешь? Заморала? Давай тебе салфетку там. Слушай. Ты чего, спать захотела? Они сейчас набегались в комнате, напрыгались. Спать захотела, девочка. Тише, девочка. Тише. Вот так. Тебе она надо, салфетка эта? Нет, не нужна. Ее решила выкинуть. А творожок будешь? Просто чистый творожок, без сметанки, без ничего. Не было эндерили, которые оставили чисто нам кушать. Я решила дать. У них отдельный творожок. Они его утром уже покушали. Мы его перемешали с грушей. И дали перемешанный. А это вот чистый, без ничего, просто творог. Без всяких добавок. Ух, как вкусненько, правда? Луночка. Натуральные, да? Вкусняк. А вот такой будешь? Что это? Зефирка такая, да? Это мармеладка, скажи, няня. Ты чего? Это не зефирка. Очень вкусно. А изюм будешь? Изюм, да, буду. Наверное, что-то выплевываете. Они сыты. Творожок сытен был. Вот, ну, в 10 часов. Сейчас у нас час. Покушали промежуточные фруктики, еще кушали. Вот теперь мы балуемся. Мы куда-то мимо все кидали, все наелись, все куда-то выкинули, правда? Ты теперь птичка, 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 птичка. Кар-к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 ар. Скажи, почему сразу кар-кар-кар? Давай, скажи всем. Пока-пока, хорошего настроения, дня. Туда посмотри. Где ты? Где Луна? Где Луна? Луна где? Вон она. Вот она красивая какая, Луночка. Луночка. Ой, спать хочет она. Просто она устала, она хочет спать. Покушала? Всем скажи пока-пока. Хорошего всем настроения. Сонное состояние, вот это вот дергание. Да? Ну ладно, все, меня отвлекает. Все.